13 августа 2020 года в 12:43 в свой первый рейс отправился поезд номер 316 «Адлер-Симферополь». В этот же день в 19:06 со станции Ростов-Главный под номером 415 отправилась группа беспересадочных вагонов «Ростов-Симферополь». Примечательно, что на обратном пути поезд не заходит на Первомайскую, а следует сразу через Заречную. В то время, пока пассажиры проходят на посадку, поезд меняет направление движения. Без этого ему пришлось бы следовать в обход Краснодара и оставить добрые несколько сотен пассажиров без отдыха на полуострове. В декабре этого года поезд будет курсировать раз в 3 дня. На данный момент это единственный круглогодичный поезд, связывающий Краснодар с Крымом. Уважаемые пассажиры, прекращается посадка на поезд номер 316. Сообщение Адлер-Симферополь. Из Краснодара поезд отправляется в 21:53. В час ночи на разъезде 9-й километр соединяется с Ростовским и прибывает в Симферополь в 10:30.